Макака самоубилась? Да ладно. Что с этими макаками не так? Что они самоубиваются? Да ладно, макака с дробовиком. Что, блин? Вроде ничего сложного, но почему-то мне не получается. Да что? Что не так? Блин. Надо понять, как стрелять. Хорошо. О, отлично. Да, упал, ну. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и у нас суббота, и по субботам у нас, как обычно, игры до 50 рублей. Итак, платформер, порядком 30 рублей он стоит, под названием Shrine of the God Ape. Вот, и это, короче, игруля Ермак? Ермак, что ли? А, Емиарк. Емиарк. Не знаю, что это значит. Короче, Сюжет. Мы, короче, какой-то пират или какой-то искатель сокровищ. Приезжаем на остров, и нам нужно... Так, бегать влево-вправо. Прыжок. Можем вверх стрелять. Так, вниз. Окей. У нас есть дробаш. Вот, мы, короче, кладоискатель. Прибыли на остров, и нам нужно найти какой-то артефакт. Так что давайте начинать. Так, окей. Макака самоубилась? Да ладно. Что с этими макаками не так? Что они самоубиваются? Жизнь. Так, ладно. Окей, хорошо. Короче, мы бегаем по острову, убиваем макак с дробовика. Хорошо. Минус макака. Так. А, что оно взорвало? А, там ловушка. Окей. Понятно, капкан. Так, минус. Опа, капканы. Капканчики. Игра, короче, не... Да ладно, макака с дробовиком. Что, блин? Так, окей, минус макака с дробовиком. Короче, игра не длинная. Она вроде как короткая, но отзывы у нее хорошие. Отзывы хорошие, есть и что-то хардкорное в ней, как бы говорят. Есть такое забавное, короче. Так, окей. А, макака с дробовиком опять сидит. Опа. Короче, они меня не убивают, они меня сталкивают. Они меня толкают, короче, даже выстрелами с дробовика, они меня просто сталкивают. Окей. Так, внизу макака с дробовиком. Если я прыгну на уступ, короче, она меня собьет своим дробовиком. Мне надо, короче, сразу быстро прыгнуть и убить вон ту. Жесть. Ладно, я понял. Так, опа. Эй, не долетел, короче. Ладно, хорош. Сейчас все будет. Ничего сложного. Они так падают, короче, они так умирают, жесть. Так, Ай-яй-яй. Тут, короче, быстро, окей. Твою мать. Тут, короче, хорош. Тут быстро. Тут, короче, тоже надо как-то быстро. Оп. Не допрыгнул. Оп, хорошо, допрыгнул. Нифига, там, смотри, целая армия маков с дробовиками. Окей, хорошо, еще вон там наверху. Так. Вот это тоже. Хорошо. Так, допрыгнул. А, проще простого. Пока ничего сложного я здесь не вижу. Пока. Да ладно, это босс. Это босс. А что мне... Воу, нифига себе. А что мне с ним делать надо? Он не убивается. Окей. У него какой-то ХП там или что-то есть? У него есть какой-то ХПЛ? А, надо столкнуть, короче, я понял. Ух ты, у него дробовик. У него появился дробовик. Я понял. У него появился дробовик. А, ой. Короче, у него несколько стадий получается, да? Этой макаки несколько стадий. Хорошо.
Ай! А чё так быстро-то? А чё так резко-то? Хорошо. Ладно. Сейчас зафигачим. Ну, до второй стадии уже дошли, мы понимаем, как это делать. Ладно, нормально. Так, хорошо. Гориллус. Знаешь, они так сделаны, вот эти макаки, они, короче, похожи на этот, знаешь, из клипа Гориллус это, знаешь, да? Так, дробовик. Окей. А как я с дробовиком? Хорошо. Так, она прыгает, и потом... Как... Ой. Как... Ой! Ой! Она, короче, прыгает, какое-то время не стреляет, надо сразу не прыгать, короче, понятно. Окей. Ну-ка. Так, минус один, хорошо. Давай, сейчас она с дробовиком выйдет. Я так думаю, наверное, где-то три... Блин. Три, наверное, стадии будет, как обычно. По стандарту. Давай, хорош кричать. Хорош кричать. Ай-яй-яй. О. Фу, она меня не скинула. Почти было близко, очень близко. Окей. Так, с дробашом. Ах ты падла. Так. Хорошо. Ай-яй-яй! Блин, она жестко это херачит. Жестко пинается. Короче. Вот так. Третий раз с дробовика, она, короче, намного дольше стоит. Вот. Да блин, ты задрала. Вроде ничего сложного, но почему-то мне не получается. Нужно просто выжидать. Просто выжидать. Так, ну первую стадию уже легко. Первая стадия уже легко. Вторая, в принципе, она тоже не сложная, но... Надо просто тупо выжидать, вот видишь? Лоп. Все, минус. И давай третья стадия, наверное, да? А, все что ли? Ух ты! Мамка пришла. Мамка при... Опа. Это уже... Да ладно. Я прошел. Короче, здоровая обезьяна раздавила своего там этого... своего... сыночка. Окей. Так. Это получается второй мир. Ой, ё! Погоди. Лоп. Так же, да? Я так понял. Меня не проведешь. Хорошо. Все проще паре на репы. Окей. Первая миссия, наверное, в новом мире, это как... Просто посмотрите, она не должна быть сложной, в принципе. Не понял юмора. Как мне допрыгнуть? А, понятно. А, я понял. Все. Ничего сложного. Так, туда я не перепрыгнул, понятно, надо идти в обход. Ах ты. Я понял. Я понял. А, погоди, а как мне... А как мне тот сбить? Я же это, упаду. А так я достану? А, да. Все фигня. Все очень легко. Так, понятно. Здесь мы раздавлим. Ага. Все ясно. Дверь, да. Да, все хорошо. А, еще один надо. Еще один булдыжник надо найти. Так, окей, сейчас мы что-нибудь придумаем. Капканов целая куча, окей. Фигня. Не понял. Все понял. Ничего сложного просто нет. Надо только подумать. Так, хорошо, этого опять сбросить надо, да? Все же. Ага. Он там, смотри, шипы, короче. Он бегает, короче, со мной, смотри.
Ага, шипы он разбросал. Окей. Ага, мне надо как-то обход, в обход. Как-то в обход. Так. Ага, я понял. Все. Обманули. Обманули макаку железную. Так, а здесь? Ну, в принципе, я сделал правильно, но надо, я думаю... Воу-воу-воу-воу. В принципе, я сделал правильно, но надо, короче, там это четко и быстро все сделать. Так. Хлоп-хлоп-хлоп. Все, здесь отлично. Вот так, все, шикарно просто. Все фигня, все фигня. Все фигня. Ничего сложного. Несложный платформер, в принципе. Несложный, забавный платформер. Такой чисто убить время. Как бы 10 минут уже прошло, и как бы я не вижу здесь ничего такого сложного. Так. Ага, погоди. Я просто не понял, куда там прыгать. Надо сейчас понять, куда здесь прыгать. Ой, я думал, он меня, короче, раздавит кулаком, а он меня просто в сторону откидывает. Окей, это еще проще. Это еще проще. Ничего сложного. Ну, так чисто, знаешь, поиграть, расслабиться. Надо, короче, на него, да, прыгнуть. Окей. А, второй босс. Так. По бокам, я вижу, стоят эти. Ух ты, он летает, у него крылья. Окей, летающая макака. Хорошо. Так, погоди, а то же самое, да, делать или что? Что надо делать? Не понял. Короче, там вот эти вот статуи с кулаками. Я так предполагаю, что надо, короче, чтобы кулаками вот эту вот летающую... Твою мать. Давай сразу самоубиваться будем. Так, вот эту макаку надо к статуе. Я понял. Блин, да что ты? Вот так. Все. Жесть. Так, и сколько раз надо ее так долбить? Наверное, тоже три, наверное, раза тоже. Так, раз. Окей, хорошо, раз. Да блин! Давай, давай. Сейчас я тебя сделаю, пернатая ты тварь. Жесть. Так, ладно. Капитан Джек Воробей против макак. Ну, короче, вот так вот. Оп, отпрыгнул. И оп, отпрыгнул. Так, раз. Окей, повторяем то же самое. Да блин, почему второй раз нифига не получается? Или она как-то ускоряется, что ли? Погоди. Так, раз. Ладно, понято. Понято. Так, давай. Раз. Два. Три. Все. Раз. Так, повторяем все то же самое. Окей. Да что ты? У меня дежавю. Почему второй раз не получается? Так, раз, два, три. Так. Да ну нафиг. Ух ты, у нее автомат. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Твою мать, твою мать, твою мать. А, хорошо. Все, убил, да. А, у него крылья же отвалились, окей. Ни хрена он такой просто. Видал макака Рэмбо. Так, снова мамка пришла. Мамка пришла, и теперь...
А! Получи, да? Короче, понятно, надо... Хлоп. Окей, окей. Да тоже ничего сложного, ничего сложного. Смотри, хоп. Вот так. И теперь вот эту вторую также. Хлоп. Ни хрена себе вот это подстава. Она подняла руку, короче, и меня тоже выкинула. Жесть. Нормально. Так, ладно. С этим... Стоп. С этим... Жесть. Так, с этим мы можем разобраться, поэтому... Все, давай, погнали. Хлоп. 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 Перепрыгиваем. Делаем вот так. Ах, ты не успел. Да блин. Вот когда... если с первого раза не получается, то все. Второй раз уже точно не получится. Так, окей. Хлоп. 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 Так, минус крылья. Окей, хорошо, минус крылья. Теперь с автоматом. Это жесть. Это, конечно, жесть. С автоматом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А, надо, надо. Надо, оп, отлично, вот так. Так, где здоровая, где мамка? Где мамка? Мамка макак. Окей, давай. Так, давай, сначала разберемся с одной рукой. Вот с этой, да? Ну-ка. Хлоп. Окей. Ай! Ай! Зажал, блин. Так, давай разберемся с этой рукой, да? Ну-ка. Оп, хорошо. Все. Она теперь не двигается. Теперь вот с этой. Хлоп, давай-ка. Оп. Хорошо. А, она так и будет там? А, нет, смотри. Оп. Ну-ка, давай. Она как робот, знаешь, такая. Больно, да? Больно, да, стерва. Окей. Victory. Не-не-не, забавная игруха, забавная. Так, мы в каких-то теперь пещерах, да, получается? Ладно. Ай-яй-яй! Ну, я понял, и надо делать, короче, все то же самое, что я сейчас сделал, только надо допрыгнуть. Окей. Все. Пещера, знаешь, с ловушками. Это как этот, и как... Ух ты. Это как этот, как Индиана Джонс. В смысле? Не понял. А как мне? А, все, допрыгнул. Я думал, как мне это сделать? Опа-на! Так, ладно. Опа-на, опачки. Так, здесь вот так, вот так. Хорошо, хорошо. Так, здесь надо перепрыгнуть. Оп. Опа-на! Она еще и обратно фигачит. Ладно, допустим. Ха-ха! Обманул, да? Обманул. Так, там сверху еще одна. Окей. Ну, какой? У меня все продумано. У меня все четко. У меня все четко. У меня все четко. Оп. Хоп. Все четко. Все четко. Так, а как я здесь перепрыгну? Если я на этот шип прыгну, я умру. Видишь, он как бы он прокол. Блин, промазал. Надо сейчас сделать эксперимент. Если я на этот шип, короче, прыгну, я умру или нет? Потому что, видишь, у него тоже эти колья. Нет, не умру. Отлично. Так, пила. Окей, надо быстро. Она тоже быстрая. Надо сейчас, короче, туда прям в угол и сразу наверх прыгать. Все, хорошо. Так. Ай, ай, ай. Окей. Так. Твою мать! Так. Хорошо. А. Ну понятно.
Так, окей. Еще одни шипы, блин. Неожиданно. Так, хорошо, сюда. А что ты зацепился-то за него? Че цепляется-то? Я сейчас не... Жесть. Так, ладно. Оп. А если, погоди, я сделаю вот так. Оп. Хорошо. Так, окей. В смысле? В смысле? Ладно, допустим. Ладно, да, в смысле? Так, хорош. Тут я не допрыгну, тут пила. Ну тут как-то я не знаю, тут надо как-то быстро. Блин, не так побежал, надо с этого валуна, короче. Вот так вот, да. Так, раз, два, три. Здесь надо как-то... Опа, быстро, отлично, сломал пилу. Хорошо. Так, окей. Да, в смысле, что-то не... О. Так, а здесь... Здесь мне не пройти. Я понял. Так, погоди. Сюда? Я понял. Она же летает за мной, эта штука. Вот так, хорошо. Теперь идем наверх. Лоп. Ну, блин. В принципе, смотри, головоломочки есть. Ну, в принципе, не... Ой. Несложный, но, в принципе... Да, блин. Я понял, от нее надо отскочить. Окей. В принципе... Опа. В принципе, несложный, но есть головоломки, да, такие? А! Пила! Я не увидел. Не сразу увидел. Да, блин. Хорош, ну. Хорош уже. Так. А, тут пила. Блин. Надо, короче, быстро как-то перепрыгнуть. Окей. Надо как-то быстро перепрыгнуть. Или... А, смотри, тут валун. Надо сделать вот так. Теперь... А, не получается. Я думал, валуном перекроет ей дорогу. Значит, попробуем перепрыгнуть. А, ну да, перекроет дорогу. Только надо было вот так вот сделать. Немножко по-другому. Так, ладно, погнали. Угу. Лоп. Отлично. Хорошо. Все проще парень. О! Все проще пареной репы, но. А вот это уже. Вот это уже дичь. Я. Твою мать! Блин. Я не люблю вот эти штуки, когда со мной бегают всякие. Потому что не успеваешь, короче, сообразить, куда и что и надо. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, дичь, просто я прыгаю. Я просто тупо вперед и на прыжок нажимаю. Я просто вперед на прыжок нажимаю. Здесь надо тайминги, наверное, какие-то вылавливать. Окей, раз, так. В принципе, в прошлый раз мы далеко добежали. Так, 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 капканы, так, хорошо. Опа, все шикарно. Успел, успел. Не, ну прикольно, прикольно. А вот и артефакт. Хорошо. Смотри, перебинтованные руки. Так, хорошо, а что мне делать надо? Ай, ай, ай. Окей. А что мне делать? Надо, чтобы она на эту, чтобы по этой, чтобы... Макака заболела желтухой, видел? Пожелтела. Так, ладно. Надо, короче, чтобы она вот на эту бомбу. Это бомба получается, да? Окей. Это бомба, ну там смотри, какой-то алмазик. О! О, это жестко. Надо, чтобы она опять на этот алмазик, короче, да, фига? Блин. Надо, чтобы она по этому алмазику, наверное, опять фиганула. Окей, давай. Шлепай. Есть. Отлично. Так, она пожелтела. Смотри, тут какой-то... А, поле, наверное, защищает от лазера. Окей, хорошо. А в смысле? А ну-ка. Она вот по этому, по алмазу попадает, а ничего не происходит. А что надо делать?
По нему может пострелять? Нет? Да блин! Ладно, окей. Так. Ай, далеко, далеко я его выбросил, короче. Так. Хорошо. Отлично. Так, прячемся в поле. Ай-яй-яй, поле, поле! Не успеваешь, короче, разглядеть, куда что происходит. Так, ладно. Сейчас все будет, сейчас все будет. Сейчас мы макаку зафигачим. Отлично. Хорошо, отлично. Так, первый. Да блин, что ты будешь делать? Так, первая стадия готова. Давай, давай, первая стадия готова. Окей. Да что? Что не так? Отлично. Ай-яй-яй-яй. Между опасно. Ну давай ты стукай по нему. Отлично. Так. А, ну-ка, 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 ну-ка. Хорошо. Опа. А, я же могу вверх, наверное, по этой штуке стрелять надо, нет? Я же могу... Да блин! Надо понять, короче, какую руку она открывает, запрыгнуть на нее и стрелять. Я так думаю. Я так предполагаю. Давай попробуем. Отлично. Раз. Так, ладно. Окей. Так, давай. Бей, 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 бей. Отлично. Окей. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, опасно! Ну, блин! Отлично, раз. Надо, короче, запрыгнуть как-то. Давай, стреляй. Хорошо. О, отлично. Да, упал, ну. Фу, блин, не на ту. А как стрелять? А, все. А, куда упрыгал-то? Я еще и по алмазику могу попасть. Ёпти мать. Уйди ты отсюда. Да что ты, уйди ты с этого угла. Окей. Погнали. Ух, ух, это было опасно сейчас. Жесть просто какая-то. Ну-ка. Отлично. Отлично. Так, хорошо. Надо прыгнуть вот на эту руку. Да блин. Нет, ну что происходит? Давай. Давай уже. Давай, разродись, давай уже. Блин, это только вторая стадия. А там еще. Блин. Там еще и третья должна быть. По три стадии же. Ну-ка. Раз. Хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо. Вот на эту. Опять упал, ну. Надо было стоять на руке на этой ссаной. И все. Надо запрыгивать просто на руку, видишь? И все. А, нет, он про ска... про это, про фига, про это, про того. Окей. Уйди! Во, хорошо. Раз. Так. Так. Хорош, хорош, хорош. Опа. Так. Нет, опять. Хорошо, я попал по одному разу. Один раз всего надо выстрелить, окей. И тогда он опускает руки. Макака опускает руки, окей. Да блин. Ну что? Что? В принципе, знаешь, вот не так, ну как бы вот думаешь, да, вот и не так, в принципе, сложно это. Ну как-то это надо реализовать. Отлично. Вот так. Хорошо. Долбанный кулак. Долбанный кулак. Макака Кулакова. Хорошо. Так, 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 так. Отлично. Ёпта. Хорошо. А!
Нет, не так я, ну, как бы думал. Не так я думал. Так, ладно. Сейчас должно все получиться. Оп, херак. Так, оп. Хорошо. Отлично. Уронила она. А, не успел. Так, вот это сейчас откроется. А чё так резко-то? Херак. Ой! Ай-яй-яй. Так, хорошо, ждем. Он сейчас. Давай, открывайся. Сейчас я тебя задолблю, открывайся. Хорошо. Сколько раз надо попасть? Ну-ка. Давай, открывайся. Хорошо. Аллилуйя, просто. Да ладно, это еще не все. Воу. Летающая голова макаки? Это что за макака такая? Что это за порода? Погоди. Там были штуки такие, надо, короче. Ага, надо, чтобы голову зафигачило. Ай. Так. Ай-яй-яй, еще что-то. А, алмазик. Релиц плундерит. Окей. А, все, мы прошли игру. Как раз на видос мы и уложились. Короче, три мира, три босса и алмаз наш. Ну, в принципе, забавная такая игруха, да. Как бы 30 рублей. В принципе, не жалко потратить, чтобы, знаешь, там поиграть, да, так. Полчасика убить. А то и, может, часик. Примерно. У нас получилось за полчаса. Окей, друзья. На этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.